Как выбрать пигменты для работы? Всем привет, меня зовут Елена Нечаева, я создатель сети школ, сети студий и первого прозрачного производства по пигментам для перманентного макияжа. Вы можете потратить кучу денег, скупить все возможные линейки, как когда-то сделала я после обучения, и долго мучиться, мешать их между собой, вообще не понимать, чем работать. Я вот сегодня вам хочу рассказать, что именно вам нужно купить в зависимости от того, какой вы мастер. Сейчас на рынке огромное количество пигментов, и половина из них это гибриды, и вторая половина из них это минералы. Итак, давайте разберемся, что же это такое. Гибридная краска – это оксиды железа, органика, смешанная между собой, и именно поэтому она называется гибридная краска, ну как бы смесь такая. И минералы — это не органика, это чистые оксиды железа. Это вот совершенно две разные краски, как если вы начнете работать. Каждый из вас в начале своего пути все равно видит, может быть, вам учитель сказал, может быть, вы сами понимаете, что вот, например, у вас формы еще не очень хорошие, вот реально несимметричные или какие-то не украшающие лицо. Возможно, вашим клиентам нужно будет брови удалять. Тогда я вам рекомендую работать не органикой, то есть минеральными пигментами, потому что они прощают новичкам много ошибок. Например, вы заглубляетесь, это очень частая ошибка новичка. Например, вы пятните, когда как-то блоки не можете соединить еще. Органика заживает более ярко, более контрастно, и все ошибки видны. Минеральные пигменты заживают, так скажем, более мягко, и вот эти ваши какие-то пятна, они могут подплыть, и их даже видно не будет после заживления. Иногда новички контурят свои работы нечаянно, они больше копаются по периметру, чем в середине, например, и получается, что такая полоска некрасивая по внешнему или по нижнему контуру. И в неорганике, в минеральных пигментах, тоже с большей вероятностью не будет видно этой ошибки. Ну и самое важное, из-за чего стоит новичкам работать не органикой, то есть минеральными пигментами, это то, что если вы совершите ошибку, удалить эту работу лазером можно будет до чистой кожи и гораздо проще и быстрее, чем органику, ну то есть чем гибридные краски. Если вы понимаете, что вы достаточно красивые формы делаете, вас, например, хвалили на обучении, или вы прям сравниваете свои работы с опытными мастерами, понимаете, а я-то ничего, у меня красиво получается, я лица украшаю, то можно выбирать гибридную краску, потому что эти работы смотрятся более эффектно. Она ложится быстрее, ярче, заживает ярче, носится дольше, можно рисовать фееричные волоски. В принципе, можно и минеральными красками рисовать волоски, но немножко сложнее это получается, потому что минеральная краска вносится в кожу дольше и немножко тяжелее, чем гибридная краска. Поэтому, я знаю, что опытные мастера, которые долгое время работали на гибридной краске, они с нее уходить никуда не собираются, и им все нравится, потому что они не совершают самого важного – ошибок по форме и по симметрии. Когда клиент придет и скажет: «Мне не нравится, удали мне это», потому что гибридная краска, она удаляется лазером через такие ржаво-оранжевые какие-то оттенки. Первое, что в краске после лазерного удаления, после лазерного воздействия уходит, это черный цвет, это карбон. Он уходит вообще очень легко и быстро, и остаются все теплые оттенки, которые там намешаны для того, чтобы уравновесить этот черный цвет. А это получается желтый, красный, какие-то оранжевые цвета. И чем больше вот этих желтых и оранжевых органических цветов в гибридной краске, тем ярче получается после лазерного удаления вот эта инверсия цвета. Инверсия — это слово условное, потому что цвет не переворачивается, а просто уходит черный и остается оранжевый, красный, желтый на бровях. И вот эта органика, которая осталась, она уже удаляется очень сложно. Ее уже можно потом удалять годами при помощи ремувера в процессе, потому что в какой-то момент лазер просто перестает видеть вот эти желтые, оранжевые оттенки. Что еще? Например, если вы выбираете краску для губ, это никогда не должны быть минеральные краски, потому что у минералов есть такая особенность. На бровях они красиво очень удаляются и, можно сказать, уходят без следа, там тоже нужен промежуток, но на губах, в губных цветах, розовых, красных, вот таких оттенках, минеральная краска становится серой, то есть прям асфальтово-серые губы будут у вашего клиента, опять, если вы совершите ошибку или неправильно подберете цвет, или сделаете где-то, вывалитесь лишнее, нарисуете, и клиент захочет удалить, это можно будет делать только ремувером, потому что минеральные краски на губах выглядят безумно после лазерного удаления. Прям я видела, это вот прям такой асфальт глухой, и потом это долго очень удаляется, и с серыми губами не всякий клиент готов ходить год, а то и больше. Поэтому подытожим. Вы можете выбрать гибридную краску, если вы не портите
по форме, если вы рисуете красивые симметричные брови, или вы можете выбрать неорганическую, то есть минеральную краску, если вы понимаете, что вы еще слабы в этом, и, возможно, после вас нужно будет что-то удалять, или вам нужно, чтобы там буквально через полгода-год уже побледнело все, и можно было переделать, ну, потому что вы трепетно относитесь к своим клиентам. После того, как вы определились, например, с мастерами, которые вам нравятся, вы можете за ними следить какое-то время, узнать, чем они работают, их стиль работы увидеть, потому что, в принципе, на самом деле, краской, например, гибридной, можно сделать совершенно разные техники. Можно очень плотно и пластилиново прокрасить, можно полупрозрачно прокрасить, можно и дымку сделать бесконечную, все что угодно. А минеральная краска, она немножко по-другому себя ведет, достаточно недекоративно заживает, только если не сделать ее прям ужасно декоративной. Поэтому, наверное, следующая категория, когда, по которой вы выбираете краску, это ее кроющие свойства, то есть она должна быть максимально концентрированная, потому что разбавить вы ее можете всегда, потому что к любой краске идет разбавитель, и стоит просто его добавить, и у вас уже будет там достаточно прозрачная работа. Но как бы концентрирование, ярче ее сделать, вы, естественно, уже никак не сможете. Поэтому выбирайте максимально концентрированную для того, чтобы вам надольше хватило ее работать. И один из самых важных критериев, по которому вы должны выбирать краску, это место, где она производится. Если это какой-то no-name мастер, который просто говорит вам, купи мою краску, и не показывает, где это, что это, скорее всего, он просто купил какие-то татуировочные краски, разлил их в более маленькие пузырьки и вам продает задорого. Мы заморочились и создали лабораторию, которая по всем фармстандартам позволяет разливать в ней инъекционные стерильные препараты. И вы можете прийти к нам в лабораторию, убедиться, как у нас все чисто, красиво, стерильно, попробовать наши краски и помнить о том, что за моей спиной опыт в 14 лет, создание 11 студий в 9 городах, и также у нас в каждом городе были школы. То есть огромное количество моделей, вообще клиентов, которые прошли через нашу сеть, позволяет мне очень круто, четко оценивать и создавать вообще классные цвета. Ну и еще, на мой взгляд, очень важный момент, это то, что краска должна легко, вы должны легко понимать, как ею работать. То есть у нас вся палитра обозначена так же, как цвет волос. То есть если перед вами клиент с русыми волосами или клиент блондин, то вы просто берете краску, которая называется точно так же. Я считаю, что это очень просто, и на самом деле это круче, чем когда краска называется какой-нибудь старый замок или там увядший пион, короче, когда это вообще ничего не говорит. И все, что я хотела вам сегодня сказать, вы можете работать любой краской, в принципе, главное, чтобы вы понимали вот это вот большое отличие между неорганикой и органикой, потому что очень многие мастера вначале совершают ошибки, которые потом просто невозможно исправить, их клиенты ходят годами, пытаются удалить вот эти их ошибки, а на самом деле их можно избежать. Все, всем спасибо, всем пока.